Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Томас, и сегодня мы поиграем с вами в игру под названием Zombie Panic Source. Насколько можно понять из названия, это игра про зомби на движке Source. Давайте, ребят, посмотрим, что эта игра из себя представляет, потому что эта игра у меня уже очень давно в Стиме, в библиотеке, но я в нее так и не играл. И мне сейчас просто очень хочется посмотреть, что это такое вообще. Смотрите, тут можно создать свой сервер, и можно подключиться к серверам сообщества. Ух ты! 22 игрока, смотрите, 22, 12. Давайте, наверное... А вот эти вот карты нам нужно будет, видимо, скачивать. Ладно, давайте зайдем туда, где ничего не нужно будет скачивать, где можно будет просто зайти и поиграть. Так, ребят, вот мы и в игре. Я не знаю, мы где-то появились? Фиг, это что такое? Кто это такие? Это, видимо, другие выжившие. Ясно, ясно. Spectate game, наблюдать за игрой. Не, я не хочу. Но... О, черт! Что за... Господи! Это, видимо, было что-то вроде лобби. А теперь я зомби. Господи, мы играем за зомби, чуваки, смотрите! Это же как круто! Особенно на моем любимом движке почувствовать себя зомбарем. Это просто супер. There is the rescue vehicle. Hit the lights. Zombie win. Ясно. Недолго музыка играла, недолго Томас зомби был. Так, ух ты. А, смотрите. Ух, зомби и люди, смотрите, они в одной команде. А, во, это за зомби... А, я понял. А, нет, нифига, нет, не понял. Хорошо, теперь мы выжившие. Ясно. У меня есть пистолет. Есть пистолет? Да, есть пистолет. Патрончики. Окей, окей. Только что нам нужно делать? Этот дом выглядит... этот дом хорошее место... Ну, выглядит как хорошее место для того, чтобы укрепиться. Значит, походу, нам нужно тут будет укрепиться, а зомби будут заходить в дом. Или вроде того. Ясно. Frying pan, что? Все, блин, они наступают. Они наступают. Господи, пацаны, спасите меня. Черт возьми. Эти звуки, эти звуки. Вот, знаете, что это за маленький ребенок? Какого хрена? It's over. Они говорят, it's over. Чё? Чё? Как он это сделал? Если он может это делать, то он ведь... Господи боже. Ёпты, смотрите, стены... Стены разрушаются, ребят. Обалдеть. Вот этого я уж точно не ожидал. Стены в доме разрушаются практически все. А твою мать, что? Что? Где? Это был зомби? Да, это был зомби, черт возьми, его убили. Где? Вот, вот. Отвали нахер! Кусок говна. Defend the house. У меня патронов нет, патроны кончились. Отвали нахрен! Отвали нахрен! А, черт! Find a way to alert that vehicle. Ясно. А вот, вот как другое оружие выбрать, понял. О, смотрите, может тут патроны есть? Да, и правда есть. Yeah! Печь, сдохни. Ой, твою мать, а где все люди-то? Где все люди? Неужели все свалили и меня оставили, чуваки? Ё-моё. Фьюслок. Ух ты, все, теперь я зомби. Теперь я чертов зомби. Бомб роллер.
интересно. Но тут, по-моему, зомби не такие уж и, как бы, имбовые. То есть их легко убить. Я даже пистолета убивал парочку только что. Двух зомби убил. А, они на втором этаже. Все в подвал, ребята. Или нет, или они в подвале. Да. Вон они. Вас понял. Слушайте, ну реально прикольная игра. Смотрите, выжившим нужно, короче, свалить. А зомби, ну... Окей. Ясно. Нет, зомби тут вообще не имбовые. То есть абсолютно. Смотрите, пара выстрелов. А, ну видите, только то, что мы возвращаемся назад к жизни. То есть зомби тут постоянно ресаются. А люди, если сдыхают, то сдыхают. Power is... А, они восстановили энергию, сейчас с военными. С военными свяжутся. Да-да-да, слышно. А как тут что делать? Я просто первый раз зашел, не знаю. Да я тоже первый раз, ни хрена непонятно. Бегай, играй и все. Я уже 2 года играю, я до сих пор ничего не понимаю. Просто не надеюсь даже. Или это типа я мертвый? А, да, я в наблюдателях. А как мне типа стать это? За человека там или за кого там? Хавайте этого ублюдка у тачки. Нужно РПшить, мы же чертовы зомби. Так, ну, русских тут нормально, кстати. Русскоговорящих людей. Ой. Это же РСФД, только какой-то сетил. Ну, знаешь, как какой-то типа не до Left 4 Dead. Да-да-да. Окей. Черт, где они все? Слушайте, а затягивает-то как? Затягивает игра, ё-моё! Если играть с друзьями, то это даже очень, даже ничего. Dead people are dead. Мертвые, мертвые. Мертвые остаются мертвыми. Вот так вот написано на стене. А, твою... Пошел нахрен! Ясно. Теперь мы зомби. Снова. Слушайте, кстати, а выживших-то... Пока двери откроют. Ясно. Выживших, видите, их больше. То есть, наверное, игра начинается с 2 там зомби или типа того. И продолжается пока. И то есть, и по мере прохождения. Зомби становится все больше и больше. То есть, потому что... Когда убиваем людей. Зомби типа их... блин, я... Жестко это. Напряженный. Ублюдки долбанные, я вас сейчас убью, блин. В общем, ребят, игра начинается с 2 или парочки зомби, и потом этих зомби становится больше, так как эта парочка зомби убивает других людей. То есть те люди превращаются в зомби. Это очень классно. Это очень классно. Мне нравится. Okay. Maybe there is... Что? Maybe there is something... A blast night losing this. Может, на второй этаж? Что если со второго этажа прийти? Ага. Так, даже лучше.
со второго этажа-то прийти. Сейчас я убью всех этих людишек. Всех этих людишек я убью. Видите, зомби все больше и больше становится. О! Что за? Это типа как ночное видение, наверное. Или вроде того. Ну, мне так кажется. Да, видите, все ярче становится намного. Вон они в подвале уже. Они все уже в подвале. Походу. A tunnel that probably leads to the barn. Господи, как их убивают. Просто смотрите. Я не хочу туда идти, эти выжившие, господи, какие они, о господи, не-не-не-не-не, я сваливаю. Хотя не, я же зомби. Фит-о-метр? Окей, вон они в амбаре. Power is back. Энергия, да, снова вернулась. Поэтому они сейчас будут связываться с военными, а нам нужно им помешать. Нам нужно им помешать. Они здесь. О, слушайте, так даже прикольнее играть, по-моему. Без этой хрени. Какая-то кнопка. Что за кнопка? Смотрите, наши там... Кого-то мочат. А идите вы нахер, блин! Ну какого черта? Где они столько оружия взяли? Откуда столько? А, вон нам, по-моему, туда, да? Да, окей, they know we are alive. А, они знают, что они живы, то есть они сообщили военным о себе уже. А, не тут-то было. Один всего остался. Всего один остался. С люкс де люкс, видите? Никто, видимо, не знает, где он где-то затарился просто. Черт, вот играя за зомби здесь, ты чувствуешь себя каким-то, ну реально, как будто зомби. Тут толпа зомби бегает, и знаешь, ты чувствуешь себя таким своим. А, да, черт возьми, я зомби. И нас тут толпа, и мы все норм, чуваки. Прикольная, прикольная атмосфера, друзья. Честное слово, прикольная. Смотрите, зомби чем-то своим тут занимаются, горят, блин. Ладно, мы ж зомби, нам можно. Пати, пати, да. Он, я вижу жертву. Где? Больной ублюдок. Блин, он же один остался, давайте замочим его. Понятно, поищем. Да никто не знает. Он уехал, походу, нет? Драндулет уехал. Он кнопку нажал.
странно. А, его убили. Окей. Окей. Его убили, друзья. В общем, классная игра. Ребят, мне нравится эта игра, серьезно. Мне нравится. Время от времени в нее можно играть. Время от времени это очень даже прикольно в нее играть, ребят. Поэтому, если вам не во что поиграть, прям настолько не во что, вы можете скачать эту игру, она вроде как бесплатная в Steam, Zombie Panic Source называется. Так, в общем, такие дела, ребят. С вами был Томас. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны. До следующих видео, друзья. До следующих видео.